Библейский портал экзегет.ру представляет. 67-й псалом ⁇ Перевод Российского Библейского общества, переводчик Михаил Селезнев. Читаю я его для библейского портала экзегет. Длинный псалом, поэтому читать будем его частями. Подзаголовок начальнику хора ⁇ Псалом Давида Песнь», как и подзаголовок многих других. Еще раз скажу, что это, скорее всего, про манеру исполнения, потому что ничем другим они не отличаются от, скажем, искусных песней или ничто ни другое не соединяет между собой псалмы с именно таким подзаголовком. И э, вот это, на самом деле, трудный псалом. Он похож на песню Деворы из книги Судей, пятая глава. И там это такая военная песня. Начинается война, и созываются израильские племена на битву с врагом. Деворы пророчатся, деворы женщины. Да? Ну, женщинам как раз и подобает мужество придавать мужчинам, да? своим примером, своим пламенным словом, воздвигать их на подвиг. Но здесь у нас нет деворы, здесь у нас непонятно, кто поет, хотя... Я не исключаю, что это был какой-то женский хор, потому и на песню Деворы похож. Но мы не знаем. Это моя фантазия, она ни на чем не основана. И Псалом этот продолжает тему предыдущих, но гораздо более энергично. Вот до сих пор говорилось о Боге, как э, в предыдущих шестидесятых, как о вот, э, личности, которая заботится обо всем, которая грозна, но прежде всего заботлива. А вот здесь больше о его величии в бою, да, о том, как Господь выходит против врагов, и враги э, рассыпаются в стороны. «Да поднимется Бог, и да рассеются враги его, и разбегутся пред ним ненавидящие его». Наверняка все вспомнили славянские слова. Это уже псалма «Да ⁇ До воскреснет Бог ⁇ расточаться в его», да. Но здесь речь, конечно, не о воскресении из мертвых, хотя когда оно состоялось, это, эти слова стали пониматься как указание на него тоже, а скорее вот враги, которые нападают, наступают первичное историческое значение псалма. Как рассеивается дым, так рассеях, как тает воск от огня, так пусть сгинут нечестивые пред Богом, а праведники пусть восторжествуют, да веселятся они пред Богом, радуются и ликуют. Пойте о нашем Боге, воспевайте имя Его, путь готовьте едущему по небесам, Господь имя Его, радуйтесь перед Ним. Он – отец сирот и заступник вдов, Бог в жилище своем святом, Бог одиноким дает дом и семью, избавляет узников атаков, а мятежники пусть остаются в пустыне. Ликование, радость некоторое такое торжество, да, но прежде этого торжества нечестивые должны сгинуть, они должны пропасть точно так же, как в первом псалме, кстати. Вот прежде чем быть с Богом, надо отказаться от совета нечестивых, да, от наглецов, от всяких прочих людей, которые против Бога, так и здесь. Господь сначала рассеивает этих врагов, Он топит их, как воск. Да, воск что-то мягкое, и поднеси его к огню, Он сам начнет капать, его даже не нужно там каким-то образом уничтожать, он сам фактически уничтожается. И вот это все так и происходит у нечестивцев перед Богом. Но э, это какие-то общие такие слова. Хотя мятежники пусть остаются в пустыне. Это о чем? А ведь во время исхода израильтян из Египта, те, которые восстали против Бога, они остались в пустыне, они не дошли до обетованной земли. На самом деле практически все, вот, кроме Иисуса Новина и Калеба. Но э, дальше снова вот эта тема э, исхода, она э, повторяется. И исход для израильтян не просто некое событие из прошлого. Он, э, собственно говоря, история о том, как возник израильский народ. В советские времена, например, революция, гражданская война были вот таким рассказом о том, как мы возникли. Да? для древнего Израиля это был исход из Египта. И к нему постоянно возвращаются не просто как исторические подробности, но вот однажды такое случилось, а как к модели, по которой постоянно строится история древнего Израиля. «Боже, когда ты шел пред народом твоим, когда ты шествовал через пустыню, музыка, содрогалась земля, небеса изливали дождь пред Богом Синайским, пред Богом, Богом Израиля. Боже, ты щедроты свои изливал дождем, твоя страна изнемогла, ты ее подкреплял. Вот здесь даже музыка, она оттеняет, да, эта пауза, оттеняет самое главное. Когда ты шествовал через пустыню, Пауза, да, вот напряжение такое растет. Содрогалась земля, небеса изливали дождь пред Богом Синайским. И вот э, не просто Бог идет по пустыне, да, это можно описать, но Он ведет свой народ, и вся природа Ему покорна. И вот эта пустыня орошается дождем, и э, землетрясения какие-то начинаются. Но э, это было тогда, а теперь твой народ живет на этой земле, и бедняку ты творишь благо. Господь посылает Слово провозвестниц целое воинство. Вот почему я еще думаю, что, может быть, это местами и женский хор да, где-то поет. Хотя это моя некоторая фантазия, но вот здесь упомянуты именно женщины. И это похоже на песню Девора еще раз. «Цари воинств бегут, бегут, а ты, оставшиеся дома, дели добычу». Такой женский взгляд на войну, да? потому что женщина войну не идет, но когда возвращается ее мужчина с войны, то женщины селения обменивается обмениваются информацией, кому какую добычу с войны принесли мужья, братья, отцы. Возле очагов своих вы отдохнете, словно голуби, чьи крылья серебром покрыты, перья чистым золотом. Вымел сильные отсюда царей, как снежная буря на Цалмоне. А Цалмон, название какой-то горы, вероятно, Хермон, просто потому что на горе Хермон лежит снег, да, вот не, не все время там летом он стаивает, но достаточно много его бывает зимой. Высокая гора, может быть, здесь об этом и идет речь. О гора Божья, гора Башан, гора высокая, гора Башан, это еще одна гора, но гораздо ниже, на которой жили как раз израильтяне, такая скорее нагорная местность. Что вы смотрите с завистью, высокие горы, на гору, где Бог захотел обитать, где Господь обитает вечно? И вот такое ощущение, что здесь даже не гора Сион, а гора Башан, это на горе Северного царства, и это, может быть, было сказано еще до того, как в храме в Иерусалиме приносили жертвы, хотя позже в этом псалме Иерусалим упомянут. Может быть, этот псалом вообще дополнялся, дописывался с течением времени, почему нет? Какой интересный псалом. «Колесниц Божьих тысячи и тысячи тысяч, Господь среди них, Бог Синая, восвятилище. святилище». Ты взошел на высоту, увел пленников в плен, принял дань от людей, от тех, что были непокорны, и сотворил там обитель. О, Господь, Бог! А вот здесь Господь победитель, в своем триумфе он проходит, ведет пленников. Кстати, это можно понять двумя способами. Ну, во-первых, захватил врагов и ведешь их в плен, а во-вторых, и, кстати, примерно такое понимание у нас послание к Ефесиным будет, освободил пленников, такое ведь тоже бывало, например, Давид погнался за врагами, которые увели в плен его соплеменников, в том числе его семью, и отбил их, да, и ведет этих пленников обратно. Вот в послании к Ефесиным именно так это будет понято, то есть люди пленены грехом, смертью, и Христос их освобождает, уводит их из этого плена. День за днем, да будет благословен Господь, Он помогает нам нести наше бремя, музыка. Бог для нас, Бог спасения, у Господа Бога избавление от смерти, разобьет Бог теме врагов своих, косматую голову преступника. Господь обещал, верну их с горы Башан, верну из пучины морской, так что ты погрузишь стопы свои в кровь, и твои псы будут локать кровь врагов. Тут вообще такой э, отрывочный текст, такое ощущение, что ну, некоторые... Есть здесь в тексте непоследовательность, может быть, здесь действительно дописывалось что-то. Псалом составлен из разного рода поэтических фрагментов. Вот особенно в этих строках. Понятно, что все это тема победы, да? причем описанная такими очень, ну варварскими, я бы сказал, красками. Но ну, и время было варварское. Разбить семи врагов, да? Псы лакают кровь, и более того, стопы погружаются в кровь. То есть кровь течет, 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 прям по крови идет победитель. Вот такое было время, тогда так воевали, да. И в псалтире это тоже есть. Видно шествие Твоего Боже, как идет мой Бог, мой Царь во святилище. Впереди певцы, позади музыканты, посредине девушки с бубнами. В собрании благословите Господа Бога, Он источник Израилев. Там Вениамин младший во главе их. Вожди Иуда с его многолюдством, вожди Завулона, вожди Нефалима. Вот как песни Деворы э, опять девушки с бубнами, опять у нас женщины в словословии участвуют, потому что культ единого бога не был чисто мужским, да. У женщин тоже было свое место. И что интересно, вениамин младший во главе их. О чем идет речь? Царь Саул был из колена Вениамина. Может быть, это имеется в виду, может быть, это псалом составленного времена Саула и во времена судей Девора, и во времена Саула, а дальше явно пойдет про Иерусалим Давида или даже Соломона. «Боже, силе Твоей дай повеление, то есть силе Божией, что Ты посылал нам на помощь». Здесь некая сила Божия, как дух, как действие его, нечто отдельное. И дальше. «В храм Твой, в Иерусалим, цари Тебе принесут дань». Вот, вот это уже Соломон, получается, храм, в Иерусалиме построен, или даже позже. Правда, составной псалом. Вот псалом, к которому каждое поколение что-то свое добавляло. Вот так я его вижу. Может быть, я не прав. И вдруг неожиданно. Укроти звери, что в тростнике. Укроти народу, что могучие, как быки, пусть падут ноги, принесут серебро. Разгони племена, желающие войны. Послы придут из Египта, кушиты, руки к Богу возденут. А это, скорее всего, Эфиопия, хотя есть и другие теории. А Египет, точно Египет, укротить звери, что в тростнике это бегемоты. Да? Они живут в тростниках, и как раз в Египте их много, поэтому Египет часто сравнивается с крокодилами или бегемотами, да? вот с теми зверями, которые там в реке Нил живут. И они, конечно, дикие, опасные для человека, но вот Бог может их укротить. «Царство земное, воспойте Бога, воспевайте Господа». Музыка. Мчится он по небесам, по небесам вечно, возвышает свой голос, могучий голос. Воздайте славу Богу, Богу словно покров над Израилем, сила его и мощь его на облаках. Страшен ты, Боже, во святилище своему, Бог Израиля. Он дает силу и мощь народу, благословен Бог. И вот э, я уже высказывал предположение, не мое, конечно, много кто так думает, что некоторые псалмы пелись антифона, то есть э, разные полухория, может быть даже не два, а больше э, таких вот больше групп, которые поют этот псалом. Вот этот псалом совершенно точно из них. Если такое было, то он из них. Но мне кажется, что здесь не просто полухория, а здесь как будто голоса разных людей из истории Израиля. Голос Девора: я здесь слышу. Я здесь слышу голос кого-то из времен царя Саула, а может быть самого Саула, Вениамин младший. Здесь я слышу Соломона, который призывает людей собраться в храме в Иерусалиме. Они жили в разные времена, они делали разные вещи, но они составляют какой-то очень сложно устроенный хор. Вот этот Соломон как будто раздерган, как будто вот целый ряд цитат из разных мест собрали, соединили, склеили но у него есть общая тема. Общая тема величия Бога, его участие в истории Израиля, его рука в том, что с Израилем происходит. И в этом смысле этот псалом очень цельный, если даже в нем звучат очень разные голоса. Но вот 68-й будет невероятно цельным, но при этом довольно депрессивным.